Йоу-йоу-йоу, всем здорово, всем привет! В эфире 8-й выпуск подкаста «Ликер». Подкаста о светлом и легком драм-н-бейсе со всего постсоветского пространства. Меня не было на связи больше полугода, но баланс соблюден. Нас ждет самый длинный выпуск из всех, что выходили ранее. Все по классике. Новые артисты, заслуженные деятели сцены, даб-плейты и интересные релизы за отчетный период. В общем, много хорошей музыки. И мы начинаем. Погнали! Первый раз открывает подкаст Кирюха Снов. Трек «Close to Me». Считайте, это эксклюзивный даплейт. Трек, скорее всего, никогда не выйдет. Так что, Кирюха, мое почтение. Снову присоединяется Common Strange. Это их коллаб Rainy Day. Вышел совсем недавно на лейбле Focus. Сегодня у нас, кстати, будут достаточно размытые блоки. Материал очень разный. Видите, когда у нас третьим треком появлялись тревожные нотки? Да никогда. Это Detect Theory и его трек In Silence. Выйдет в мае на Influenza.
с треком Dreamscape. Михаил из Сергиева Посада начал писать музыку в 2019 году. Это его дебютный релиз, который состоялся на лейбле Life History в марте месяце. Ремикс на предыдущий трек от Common Strength. Тот же релиз, соответственно. Это ремикс Кирилла Снофа на композиторов MC DOS и Subsid и их трек Johnny's Them. Выйдет эта красота в мае на лейбле Liquid Drops. Imperium Vision, Morning Wine, вышел 25 марта на Liquid Brilliance.
ID-шка от Psyntra и Whale Spruce. Dubplay Tram Records. Начало этого выпуска как никогда весеннее. Вот реально весенний бриз дует, и все, тут других ассоциаций нет. Ну что-то такие сквозняки сейчас продувают. Те же самые ребята, Psyntra и Whale Spruce, их трек Keep Calm. Это будущий фри-релиз в солидарность мировой проблеме коронавируса. Выйдет у ребят на Бендкэмпе. Еще одно новое лицо в подкасте. Кирилл Онсайд из города Екатеринбург. Трек под названием Black and White. Трек выйдет в мае бесплатно. Зашел к нам с калейдоскопом. Будущий релиз Цельсиуса. Ориентировочно июнь и июль. We'll be right back.
Калейдоскоп убираем в сторону и смотрим в чистое небо. Все еще Mage, Clear Sky. Тоже доплей Цельсиуса. Зорина. Кей. Выйдет в июле месяце на Liquid Brilliance. Skyweep, Wild World. Вышел на виниле на Occulti Music в ноябре 2019-го. Скоро дропну и вторую сторону пластинки. Или пластинка дропнет меня. Отлично.
смотрите, вы в чистом поле. Ветерок дует, вы по травке бежите. Ах да, трек «Running» от Dengu & Dance в ремиксе Нищенко Зорина. Этот трек с его альбома, который вышел в феврале на Liquid Brilliance. Skywhip, Tidal Wave, обратная сторона вышеупомянутой пластинки. Берегите себя. Ведь это Common Strange. Это ремикс Алексея на Beat Merchants совместно с Dan I. Трек Hurricane вышел в сентябре на V Recordings. Ой, что творится? Локо. Трек Сипихи Алексея также на V Recordings. Вышел в декабре 2019-го. Огонь. Если кто-то мне скажет, что я слишком несерьезно себя веду, то я скажу: ребята, что делать, мы на самоизоляции уже сколько. И подкаст у нас увеселительный. Вот так.
Riders с треком Dubplate, и это Dubplate выйдет летом на лейбле Serial Killers. И тут же продолжает Рома с треком Stop. Очень мощная грядет эпиха, не пропустите. Что-то происходит. Wake up. Это новый человек для нашего подкаста, но неоднократно звучал в нейропанке. Зовут его Алексей, место дислокации Сахалин. Трек вышел на российском SLK Records в феврале на эпихе Алексея. Spread my wings, I might fly. Wake up in the eight and straight to getting high. I'm a different breed, you can see it in my eyes. I'ma get it till I die, I'ma get it till I die. Кажется, или происходит бопанье? Ну да. Боб и Subwave. Dead Almost. Трек вышел на хоспитале. На компиляции Sick Music. Давление.
White Monday с треком Blue. Вышел в январе на 4Real Recordings. Какой-то неведомый зверь что-то пытается нам сказать. Дэнни Уиллер, Return of the Funk, вышел в марте на Liquid V. Synchro, Funk Me. Вышел на компиляции Ram Annual 2020. На каком лейбле, догадайтесь сами. Если мы были в поле, то сейчас летим в глубочайший овраг. Каждый выпуск куда-то падаем. Пашка Деклайн с треком Кроссовер вышел в марте на Цельсиусе. Кажется, началась диповая часть. Буду болтать поменьше, надеюсь. Гриндер
гипнотизирует нас треком «Гипно». Будущий селф-релиз Виталия. Ориентировочно конец мая, начало июня. Дебютанты подкаста «Ликер» Тензор и Дримон с треком «Dark Room». Василий и Александр, родом из городов Ейск и Новосибирск, соответственно. Тензор мой земляк, как вы могли заметить. Знакомый лично, горд представить. Успехов, ребятки! Зеркс нанес нам снега, трек Snow. Вышел также на эпишке Лехи, на СЛК. Sideswipe, Rampage, февральский релиз Life History. Эти ребята тоже впервые у нас в подкасте. Комакс из Оренбурга, зовут Максим. Иван Sideswipe из Керчи.
это айдишка от Деклайна, даблплейт лейбла Космос. Очень серьезные настроения пошли. Вот тут-то и не до шуток. Это точно ликер? Кейн, what you need? Что тебе нужно, Кейн? Еще один новичок у нас, Виталий Кейн из Питера. Релиз состоялся в декабре 2019 на Live History. Physical Research Last Quest выйдет 11 мая на Цельсиусе. Кстати, с этого момента Виталий объединяется с чешским музыкантом Physical Research. Их проект будет называться Декады. Decades. Mindhead, Wasteland. Даблплейт нового российского лейбла High Resistance. Ожидаем релиз через месяц-другой. Следите за новостями сцены. Лейбл будет от ребят проверенных. Где-то вы уже это слышали.
Хейм, Hold My Breath в ремиксе Крота. 1 мая эксклюзив на Beatport, потом остальные площадки. White Monday, Ocean, совместно с Катериной Летто. White Monday, кстати, у нас тоже впервые. Святослав из Алматы. И трек вышел на 4Real Recordings в январе. Идиха от проекта Synchro выйдет в июне на High Tea Music. Очередная ID-ха от Declina до плейт лейбла Космос.
это, как бы вам сказать, ID в ремиксе ID. The Plate лейбла Космос. Sorgen и Mindhead Void Out. Февральский релиз лейбла Life History. Ребятки. Космос уносит нас в космос. Это все ритуал от музыканта Хайберт Филлипс. Объявляю 5-минутную медитацию.
освобождаем тяжелые вибрации. Помогает нам Grim Hellgound с треком Cosmology. Вышел трек в апреле на эпихе ребят на лейбле Sirius. Также они готовят еще пару релизов в ближайшем будущем. Теперь очищенные, мы готовы смотреть в светлое будущее. Приземляемся. В своем скафандре нас встречает Боб с треком Teardrops. С офигенной Саниной эпихи на хоспитале Love and Other Drugs. Джаскин и Анивин. Stolen Memories. Ребята из Эстонии живут в Англии. Трек вышел в феврале на их эпишке на Cosmos Music. War. Вышеупомянутая эпишка на хоспитале. We'll be right back.
Еще один новичок, Warm Roller с треком Spring. Максим из Киева пишет давно, но всерьез начал заморачиваться в 2018-м. Трек Доплейт. Мы закончим нашу глубокую часть. Впереди только добро и легкая меланхолия. Уважаемый Серега Сейбл, не он, ну, в смысле, это он, это трек не он, вышел в феврале, ищите на SoundCloud Сереги. Также скоро у него ожидается выход двух работ на немецком Degree Recordings. Так что держите ухо востро. Так, задвигались. Мин, Хелсиен. Максим у нас не в первый раз, но этот трек с его дебютного релиза вышел на Life History в конце марта. Также Максим организовал свою промо-группу в Москве. Они сделали уже первую вечеринку, а вторая перенеслась по причине коронавируса. Вот такие дела. Гертейч – великолепная душа, а точнее его трек «Perfect Soul» совместно с вокалисткой Сидни. Свежий апрельский релиз лейбла «Focus». Raise up your smile.
Vera Blue, Russian Bad в ремиксе Detect Theory. Трек участвовал в конкурсе ремиксов, но призового места не занял. Доступен бесплатно, ищите в сети. Кстати, если помните, Данил раньше был Defect Theory, но однажды он опечатался при заполнении формы для лейбла и с тех пор стал Detect Theory, что тоже неплохо. Музыка этого человека легко узнаваема. Дима Пархелия, Battlegaze 20. Вышел бесплатно. Черпайте инфо на странице Димы. Дима готовится много материала в этом году, в том числе брейкбит на виниле на новом российском лейбле и драм-н-бейс на кассете. Вот так вот. Все еще Пархелия, трек с необычным названием Dada V, Dubplate, скорее всего также выйдет бесплатно. Трекер и Фаунус, My Love, Dubplate.
Отлично. Берт H. Outwork. Январский релиз лейбла Galaxy. Clear, Eugenics 8, Avalanche. Вышел в январе на космосе, на эпишке Nuclear. Потрясающий трек. Кирилл Мэйдж, Always on my mind. Выходил дважды на Killing синглом и в составе последнего альбома Кирилла.
звучит трек Seclusion от Detect Theory. Выйдет в мае на лейбле Influenza. Если вы уже успели потерять его, то вот он, Женя Нелвер, Imagination. Трек с его эпишки на Galaxy, которая вышла в октябре 2019-го. Опять же, сыграю почти всю. Гриндер, Палет в ремиксе Снофа, Даплейт. Выйдет на новой эпишке Кирилла на Фокусе 18 мая.
надо немного взбодриться. Может, конечно, и не надо, но Нелдер спрашивать вас не будет. Он обдает вас тепловой волной. Heat Wave. Пишки на Галасе. Правило, к этому времени подкаст уже заканчивался. Но только не в этот раз. Илария, Soul Signals, Da Plate. Красивый, волнующий трек от Мин, Emotions. Второй трек с уже упомянутой EP на Life History.
респект таким пацанам, которые делятся даплейтами от души. Обнял. Снов Stars Go Out в ремиксе Гриндера. Топплейт. Но, скорее всего, выйдет на Цельсиусе. Ниченька Зорина, Homecoming, трек с его последнего альбома. Ниченька Зорина, The Only. Также трек с прошлого альбома. Прекрасный, сильный дебют музыканта Максима из города Одессы, Monix Paradise, совместно с Дженни Милфсон, The Plate.
бутлег от Санька на London Electricity, Born to Synthesize. Трек фришный, доступен на SoundCloud, ребят. Постепенно выходим на финишную прямую. Hold My Breath. На этот раз в ремиксе Чил Хомерса. Венок, совместная работа.
My Shell Erases. Выйдет летом на моей эпишке на Цельсиусе. Женя Нелвер, What It Is. Релиз Galaxy, октябрь 2019-го. И кажется, что это конец. Почти. Wake Me Up, Hospital, Love and Other Drugs. Чудесную композицию я буду прощаться с вами. Не секрет, что весну нам подпортил чертов вирус и все, что с ним связано. И в каждый следующий день мы идем с большей неопределенностью, чем раньше. Но я надеюсь, что грядущее лето не будет испорчено. Если на момент выхода подкаста вы еще не отбиваете кедами плитку парков и проспектов, то очень скоро это сделаете. Давайте ценить то, что имеем, и наслаждаться каждым моментом жизни, насколько это возможно. И пусть музыка нам в этом поможет. И с наибольшей актуальностью любите, цените, берегите себя и своих близких. Это был 8-й выпуск подкаста «Ликер» и ваш покорный слуга New Virtual. Пока! Is this a shadow pathway? Is this a mirror image? I don't care, in your arms I could stay here forever. And I should know by now to always touch the ground, but how I forget. Enchanted by your face, I found my perfect place. Don't awake me up.